Ну вот, мы уже поймали второго рака. Видите, как он выглядит? Шак или как называется. Ну, дело в том, что такие есть мальки. Всем привет, друзья! Я, значит, выехал поставить камеру первый раз в этом году под воду, чтобы посмотреть, как там ведет себя рыба, появилась ли она. Ну и пора уже выезжать на рыбалку. Уже все-таки начало марта, лед частично сошел, вода более-менее прозрачна. Значит, мост, на котором я ловил рыбу постоянно и снимал видео, сейчас подтоплен. Видите, да? Вода прям на нем, мусор весь сошел наверх. Мусора, конечно, очень много, там даже бревна, вон мусор есть. Ну, а с этой стороны как бы все нормально уже за течением. И была высота очень, конечно, большая. Сейчас видно, что воды добавилось нормально. Я вон вижу уже... А, нет, показалось мне, малек плавает. То не малек, то водоросли. Короче, все в таком вот, в такой воде. Ну, камеру поставить можно, конечно. Камеру я поставлю вот с краю, кину туда вниз. И пройдусь, не знаю, посмотрю, может, с эхолотом. Но дело в том, что мост вот уже шатается. Надо будет его лесникам делать, чтобы проехать машиной. Я бы, знаете, сейчас бы машиной ехать по нем бы не рискнул на ту сторону речки. Я оставил свой тазик там, он, значит. Сюда я не поеду. Ну и опущу камеру, посмотрю. Будем пробовать ставить на живца камеру. Надеюсь, что окунек, может, возьмет. Димон уже пошел с очком. Смотрите, как мы его ловим. Значит... сбоку, где... А ну, Димон, не трогай пока, сейчас пусть волна пройдет. Сбоку, где мелко, есть вон малек. Как бы вам его показать тут? Короче, он тут стоит. Его тут очень много. Я опущу камеру под воду, чтобы вам его показать. Подводную. И вот просто сейчас Димон будет с очком делать взмах такой. Делай. И сразу несколько рыбин он поймает. За раз, можно сказать. Да, я гляну. Вот как раз малек, видите, вот для окуня такой вот хорошенький. Вот малек. Есть, что это за рыба такая, я не знаю, как она там, гырчак или как называется. Ну, дело в том, что такие есть мальки. Теперь их воды набери сначала чуть-чуть, чтобы же не прозевать. Ведерко, короче, вода. Что тут рассказывать? Ну и камера пишет, опускаем. Посмотрим, ребят, не знаю, вода очень сильно поднялась, течение просто сумасшедшее, даже камера он сносится. Сейчас я коснусь дна, глянем, как там. Если нет, то значит будем искать другие места, чтобы ее опустить более комфортно. И вот вы можете видеть, как погружается камера. Глубина в этом месте очень большая, и камера опускалась долго, но течение было сумасшедшее, друзья. Под водой просто ураган. Течение такое сильное, что там всякие палки, ветки, все это несется под водой с бешеной скоростью. Камера стала боком, и первый заброс камеры не принес никаких результатов. Я не видел даже рыбы. На этом месте камера простояла около 20 минут, и я достал ее. Следующее место было в пару метрах от предыдущего. Вы видите, тоже самый живец и запуск камеры. В этот раз повезло немножко больше. В этот раз уже было видно рыба, но это была плотва. Никаких хищников я так и не видел. Плотва так слегка подплыла, немножко полюбопытствовала и все. Небольшая сталка, стайка была плотвы, густиры не было, ну и других особей тоже не было. Пока что только плотва. Третий запуск камеры был тоже наугад, и я попал, так сказать, в самый эпицентр подводного течения. Камера стала боком, и вы сейчас увидите, насколько там большое течение, как быстро плывет весь мусор. Я даже не знаю, где вся рыба, она, наверное, в каких-то ямах прячется, потому что удержаться в такой стихии достаточно сложно. Ну и, конечно, обидно, что столько мусора на дне. Друзья, когда вы на природе или на рыбалке,
пожалуйста, забирайте весь мусор с собой, потому что вы сами все видите, как грязно и как там плохо рыбы. А потом все жалуются, почему рыба не ловится, почему в речках плохо. Давайте убирать хотя бы за собой. И вот третий раз я погрузил слегка правее, где можно сказать глубина около 2-3 метров. Там течение гораздо меньше и вода больше уже прогрелась. И что же вы думаете, спустя несколько минут подплыл первый окунёк? Да-да, ребята, он неохотно смотрел на живца, но всё-таки окуня есть. Они не спрятались, они просто там, где теплее и где меньше течения. Вот видите их в кадре, кружили они вокруг живца, кружили, но толку никакого не было. В общем, рыба не брала, просто позировала и вертела хвостом перед камерой. Потом Димон сказал: «Серега, давай попробуем на опарыша». Хорошо, что опарыш был с собой. Я, короче, подцепил парочку опарышей, опустил поглубже, и там была плотва. Плотва просто мимо плавала, но также не реагировала совершенно на опарыша. Одна плотвина, я не помню, на третий или четвертый заброс камеры в разных местах немножко подплыла. Сейчас я вставлю этот кадр, вы увидите. И чуть-чуть так полюбопытствовала. В основном плотва просто плавает мимо и не хочет смотреть на опарыша. Подскажите, чем, на что ловить плотву весной? Потому что опарыша она берет неохотно. Уже какой год я наблюдаю, что плотва весной не хочет брать опарыша, невкусный он ей. Камера была под водой, мы заглядывали под мост и наблюдали за рыбой. Увидели небольшую густерку, которая гуляла поверху воды. Димон сказал: давай найдем раков, может уже есть. Как раз раки были, Димон был прав. Сейчас мы вам покажем и расскажем, как их ловить. Первым делом нам понадобится камыш. Вот мы выломали его возле реки, он должен быть сухой и прочный, чтобы палка не поломалась, тут около 2 метров. Теперь от края нам надо, где-то сантиметров 20 отступаем, навязать или изоленты, или нитки какой-то. У меня это капроновая нитка, шнур капроновый, каким я ловлю, получается, рыбу. Обмотать на тут прочно и связать вот эту часть, чтобы она плотно тут держалась. Теперь нам понадобится какая-то небольшая палочка или спичка. Я вот использую сухой ветки, такую палочку. Теперь нужно сделать надрез ровно по середине. Делаем небольшой надрез на нашей камышине. Вот такой вот. И она у нас идет слоиться, получается, до самого края. А край этот у нас будет именно возле нашей веревки, которая не даст ему дальше разломаться. Теперь наша задача. Видим, палочка большая. Нужно сделать чуть-чуть короче. Около, около 4-5 сантиметров. Вот, и нам нужно раскрыть этот камыш, чтобы он не поломался. И воткнуть тут с самого края палочку. Вот таким вот образом, ребят. Видим, он спрыскает. Вот так вот это делается. Смотрите, как это работает. Допустим, вот эта пачка — это рак. Вот наша палка. Мы берем, наводим на рака. И все. Наша камышина прижимает его, мы его вытаскиваем. Короче, мы сейчас сделали такую штуку, чтобы вам лучше было видно, как мы ловим раков. И пошли искать. Погнали. Мы сейчас нашли одного рака, но, к сожалению, наверное, его поймать не получится, потому что он висит в невесомости. Сейчас вам Димон покажет. Он зацепился за камыш, и он просто плавает. Мы сейчас опустим камеру, чтобы, может, получится. Я даже не достану до него палкой. Показать вам его. И вот, оба! Таким способом мы поймали рака. Один только что ушел при вас, а второго маленького вот мы взяли. И вот таким образом мы, только что поймали вот такого вот красавчика. Смотрите, видите, рачок взят, вот наша мегапалка, которую мы взяли. Таким способом можно их ловить. Их еще не очень много, но все же они есть. Я его отпускаю назад, пускай рачок
плывет, гребет. Кстати, смотрите, как он сейчас будет пятиться. Как бы вам так показать. Вот брошу сейчас. А вот так вот его. Оба, смотрите. Оп-оп-оп. Погнал, погнал, погнал. И зарывается не сразу. То есть, если вы промазываете по нем первый раз, он сразу уходит. Надо быть шустрым и быстро это сделать. Потому что вот рак, вот вам показываю, да тень сделал. Сразу зарылся. Оп, и все, его не видно. Видите? И вы его уже не найдете, получается, друзья, если он зарылся. Поэтому надо палкой очень быстро и сразу оп, нужный момент. Ну вот, мы уже поймали второго рака. Видите, как он выглядит? Сейчас мы его тоже при вас отпустим. И сейчас мы раздвигаем аккуратно камыш, чтобы он не поломался. Рак выпал. Теперь можно, короче, брать его и все. Рачок готов. Но это маленькие раки. Сейчас большие раки глубже еще. Маленький только с краю, потому что еще очень холодно. Надо подождать хотя бы недельку. Но я его выпускаю. Смотрите, сейчас вот выпущу. Просто вот. Оп. И все, видно, да, он сразу попятился, попятился и убежал. Друзья, на самом деле раков поймать довольно-таки сложно. Сложность в том, что их не видно. Вот, если вы подошли, то их не видно. Надо стоять, просто наклониться и смотреть. Смотреть долго в воду. Потому что они мастера просто маскировки. Это если там они как-то клешню подняли, белое, светлое брюхо у них видно, да. А сверху их практически не отличить от никакой веточки. Это очень сложно. И вот сейчас, значит, я пошел уже мыть педали, так как аккумулятор сел. Смотрите, поймал рака уже побольше. Видите, какого? Довольно-таки неплохого рака. И что хочу сказать. Зашел в воду, он сидел возле самого берега. Рака надо брать сзади, вот видите, за головой, чтобы он вас, короче, не похавал, не ущипнул. И вот смотрите, как он сейчас будет убегать. Пятится назад. Бросил, падает, падает, падает. Оп, 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 оп. Все, ушел. Зарылся. Нету рака. Короче, друзья, вот так, значит, мы с Димоном провели первый, можно сказать, рыбный, рыбальчатый день. Вот, весной на рыбалке. Камеру опускали, густеру видели. Что еще мы сегодня узнали? Что сегодня 16, да, марта? И, короче, что у нас? Короче, себель начал уже гулять, уже жил, уже так не стоит, но ни на что не берет. Ни на хлеб, ни нету реакции никакой. Возможно, пару недель еще и будет. Раки уже повылазили, мало еще, но повылазили. Лед практически сошел, там кое-где немножко есть льда. Ну вот и все, то есть... Будем еще пробовать. Сейчас вам оставим кадры. Покажем, что там с камерой подводной, что мы ставили. Как-то так. Хотели рыбалки, вот вам была рыбалка. В общем, всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Ни хвоста, ни чушии. Кстати, в следующем видео я постараюсь сделать вам 7 дедовских лайфхаков. Вот, для рыбалки. Пока, друзья.